Всем привет, друзья! С вами гнобитель гостей, хейтер начальства, злобный повар-мясник. Сегодня мы продолжаем готовить наше второе блюдо XCOM 2 в кисло-сладком маринаде Longwurst с добавлением 200 приправ и специй в виде модов. Итак, в прошлой серии мы эвакуировали бойцов сопротивления, двух солдат к нам и одного сопротивленца-повстанца, который теперь трудится в одном из убежищ. И я немножко пересмотрел свой взгляд на класс изгой. Я изначально хотел позиционировать его как разведчика, но у нас же есть еще один такой замечательный класс, лонгвор, как ниндзя. И вот как раз у нас, я в прошлой серии я купил бойца, сделал себе, переделал его, так сказать, в русского бойца Алексея Горохова. Он теперь в отряде Дога. И если так посмотреть, то разведчик из него намного лучше. Просто по способностям. Потому что у него есть способность призрак, потом способность скрытность, маскировка, супершпион. И что, в принципе, в качестве разведчика он более полезен. Вот только и всего. К тому же у нас есть ниндзято, то есть меч, который позволяет нам делать бесшумное устранение. И будет такой боец, который в основном сидит в разведке, что-то делает, но если нужно, он из бесшумного устранения может кого-то убрать. Поэтому изгоев я буду всех переучивать. Скорее всего, это будут такие бойцы, которые бегают просто по флангам противника. У них очень много мобильности, потом бывает с уровнем. И они просто забегают противнику во фланг, убивают, и тем самым его убивают, и отбегают обратно. Так, тем самым я... У меня было обучение на Явик, последний протериан, на изгое. Я его снял и стал обучать на ниндзю. То есть дальше у нас обучается полуродс на специалиста. И два новых новобранца, Рубин Томпсон и Крис Редфилд. Пока еще не решил, кого куда обучать, но Рубина Томпсона, скорее всего, будем обучать тоже на специалиста, либо на ниндзя, потому что нам очень нужны специалисты. У нас их всего лишь один сейчас, он будет в два, это очень мало, нужно 4 как минимум. Вот, скорее всего, тебя мы сделаем штурмовиком, дробовик тебе дадим, потому что штурмовики у нас, дробовика нам тоже нужны. Криса Редфилда подумаем, кого сделать. Я пока еще, честно говоря, не решил, кого из него сделать. Здоровье 4, мобильность 15, меткость 64, такой стандартный набор, то есть из него можно сделать, в принципе, кого угодно. Поэтому решу чуть позже, кто мне больше будет нужней. Поехали, посмотрим, что у вас на глобальной карте. У нас сейчас будет доступен центр передовых военных технологий. Я сразу же возьму себе ученого, чтобы он там работал. Пусть работает ученый. Setting course for the South African sector. Найден новая цель. 4 дня устроить диверсию памятника. Нет, до свидания, не хочу я эти диверсии устраивать. Джон МакТавиш уходит после ранений. Здесь у нас небольшая, обычный. 38 дней, да я подожду до 200%. Так, давайте посмотрим наш новый центр. По сути, это лазарет, где, назначив ученого, можно быстрее лечить бойцов. Так, улучшение нам недоступно. Так вот, центр передовых военных технологий. Мало того, что он доступен нам в самом начале, теперь он делает очень полезную штуку. Он обучает бойцов, любого бойца, новым способностям, которые будут дополняться к его основным. Причем это будет случайные способности, неважно. Вот, например, кого мы здесь можем обучить. Давайте посмотрим. Вот можем обучить Ляру Тессони. Что у нее есть? Дырокол, верный огонь и дымка добавляет одну дымовую гранату в экипировку бойца. То есть, тем самым мы можем не брать дымовую гранату, она у нас всегда будет, если выучим это. Верный огонь, выдаем пистолет и выстрелить из пистолета 3 раза по одной и той же цели. Так как она гранатометчик, ей это не особо нужно. А вот дырокол — очень хорошая способность, которая может разрывать броню. Уж лучше я ей гранату экипирую. А вот дырокол зачастую очень сильно может пригодиться. Ну и так далее. То есть каждому бойцу, вот Альберта Вескер, что у него доступно? Гремучая смесь, руки молнии, подавление. Руки молнии, потому что он изгой, ему этот навык очень пригодится для пистолета.
Что у нас пулеметчик умеет? Удары с тени, руки молнии, воля к жизни. Ниндзя. Гремучая смесь, руки молнии, осветитель. Добавляет свет шумовуху. Ну, повторяются способности. Соуп лицом к лицу в десятку. Один раз задание выстрелить из предмета, который всегда попадет. Огневая поддержка. Тем самым теперь можно, допустим, посмотреть, какого бойца, какого билда качать. Например, мы сделали паладина, что у него тут есть? В десятку господствующая высота. Вот, например, этого паладина, выучив господствующую высоту, посадив его на здание и выучив зону поражения или скиллы, связанные с овервотчем, можно неплохую автотурель из него сделать. В основном здесь, конечно, попадаются скиллы, им связанные с пистолетом. То есть чаще всего. Штурмовик Джоферу. Одинокий волк, ответный огонь, звезда ринга. Тут ответный огонь можно сделать автоматически. Стрелять с пистолета, если пострелять по нему. Так, давайте сразу переучим изгоя Альберта Вескера. Нет, пока не будем его переучивать. Пусть у нас будет два разведчика. Как раз пока мы ниндзя не наберем, мы не будем никого переучивать. Соп Мактавиш тоже не будем. Ляру Тисони я хотел переучить. Так, и ставим ученого сюда. Теперь у нас, пожалуйста, сейчас много людей. Быстренько поправятся. Так. Свободный инженер есть. Свободный инженер мы кидаем сюда. Чай. Солдат без назначения ЦП. Кого еще можно обучить? Давайте вот Джоферу обучим. Он как раз ходил недавно. Ответный огонь. Как раз ему пистолет нужно будет выдавать все равно. Так, мотаем. Новая цель. 6 дней. Ученый. Спасите випа из камеры Адвента, дадите улику. Мы обнаружили пленника Адвента. Возможно, пройдет свет на планы врага. Ученый. Так, кого послать? ESA, Task Force, Gears of War, Рагнарёк, Долг, Umbrella. Давайте Долго. Как раз пошлем нового ниндзю туда. Так, аптечка. Свет шумовой оставляем. Трассирующие пули, патроны нет. Ему это ничего, этого не нужно. Морозная бомба С4. Так, спеца у нас нету. Нет, адепта брать с собой не будем. Соуп Мактавиш. 6 дней. Так. Нож. В принципе, все по стандартному. По стандартному. Дымовая граната. И аптечка. И давайте еще какой-нибудь пошлем. Кто у нас еще? Искропаладин. Нам же випа нужно только вызволить. Двоих вполне хватит. 3 дня до 100%. Сейчас проникнут на 200%. Ну все, идите, ребят, тогда. Так, готов специалист полуроц. Отлично. Здоровье, уклонение, внимательность. Вот, кстати говоря, я все думал, кого Криса Редфилда можно сделать. Вот можно его сделать. У него неплохая точность. Давайте воткнем ему... А, ему еще нельзя пока. Хотел воткнуть здоровье и сделать из него какого-нибудь штурмовика, например. Так, давайте назначим нового бойца.
Будем тренировать Салли Стивенсон. Робин Томпсон, специалист. Еще один нам нужен. Новая цель. 4 дня. Освободите ВИПа. Средство Адвента. Найдите улику. Незначительное. Пленника Адвента. Пролить свет на планы врага. Вот как раз сейчас пошлем туда специалиста нового. Изгоя. Так, и посылаем туда изгоя. Так, аптечка, дымовая граната. Дадим ему на время. Сталин пулемет, чтобы быстрее бегал. Все, пошел. Sky Ranger deploy. Squad green to deploy. Так, мотаем. Событие завершено. Воздушные патрули. А у меня не высвечилось ни одного миссии, чтобы предотвратить его гадство. Так, Джо Фера готов показать бойца. Теперь у нее есть ответный огонь. Руки молнии. Так, получай обратно свой огнемет. Персональные боевые модули. Внимательность. Нет, это уклонение. Тоже не пойдет. Цель. Один день. Взломать скрытый компьютер. Потенциальную улику. Нет, времени на подготовку нет. Так. Готов у нас еще один офицер, Айрон Киннер. Внимательность. О! Ивент новый. Distress signal. A small town of people inaffiliated with the resistance has sent out a distress signal. It seems Alvin has decided to make to example out the of them for whatever reason. Так, на них напал Адвент, и они просят нашей помощи, я так понимаю. Нужно спасти их. We can try destruction. Это не наша проблема. Нет, ребят, должны их спасти. Смотреть зону удара. 6 дней. Давайте пошлем туда кого-нибудь. Так, какого черта у тебя эта штука? Получай катану нормально. Шлет из нановолокна. Лет. Два самурая есть. Кого еще пошлем? Пошлем рейнджера, пулеметчика, штурмовика, да, Мишу, чтобы он восстановился. Еще одного штурмовика. Давайте искру пошлем. Или, может быть, поставить одного новобранца, потому что он там. Например, Крис Редфилда. Кого его обучать? Кого его обучать? Специалист ниндзя. Мне бы снайпер, конечно, хорошего. Еще бы одного. Раз специалист, два, третий. Получается. Рейнджеры все. Вся эта шаверма есть у нас.
нужны ниндзи. Нужны ниндзи. Так что придется вот этих вот ребят в ниндзях обучать. Давайте с Алистиницы возьмем. Здесь все по стандарту оставляем. Джо Ферро, получай пистолет. Так, Миша Красильников. Трассирующие пули получай. Так. Так, Айрон Киннер получай. Патроны. Бронеплиты. Граната пусть будет. Так, ну что ж, мы, в принципе, мы готовы. Базовая активность противника минимальная. Минимальная, значит, там 84 человек. Да мне покер сколько их там, главное прокачаться. Skyranger deployed. In position for deployment. Поехали. По вот этим заставкам высадки отряда. Адвент проводит полномасштабную атаку на убежище сопротивления региона. Замечены десантные корабли. Не... Бла-бла-бла. Ну все, я понял, что здесь нас ждет. Advent came in hot, and so did we. You won't have a concealed position for deployment on this. Здесь нужно мне бегать и искать сопротивленцев. Вот они стоят как раз. Потом, как через 7 ходов, как только прибудет корабль, и всех эвакуировать. Вот здесь бы, конечно, пригодился бы... Так, чувак, у которого Айрон Киннер. Айрон Киннер. Миша Красильников. У кого здесь самая большая мобильность на данный момент? Самураев тоже еще. Так, начинайте бежать сюда. Yep. Здрасте, приехали. Приветик. Да на, руби его. Так, паладин. Давай. Вот молодец. Поздравляю с первым фрагом. Сразу же ему повышение. Moving to position. Да ладно, еще один. Да вы че, ребята? Я ж пошутил. Царапина. Уклонился, вот зараза. Так, ну да ладно, беги. Так, огонь. Теперь понятно, как вас Адвент нашел. Выступаю. Так, адепта нужно переучить. После Лиля Артисони сразу же надо переучивать адепта. И этот? Это уже третий. Они тут что, все безликие, что ли? Я не понимаю. Ну серьезно? Это уже третий безликий. Стреляйте там в него, что делать-то еще?
Огонь, огонь! Он хочет убить нашего Мишу. Обгоняй! Жирный, а попался. Жирный ублюдок. Так, давай сюда. Where's the fire? Never mind. Так, 1-4. Давай, убей его нахер. Уклонился. Ой, блин. Сейчас Миша огребет. Он и так-то в стрессе. Тебя только не хватало, змеюка. Ладно, черт с тобой. Попадет, не попадет. Попал. По идее, он не должен в стресс. А, попадет в стресс, потому что машина рванула. Я хочу домой! Так непривычно слышать это от человека. Я же... Let's burn. Так, а этот вроде нормальный. Whatever's clever. Так, занимаем позицию. Yeah. I'm going. On overwatch. I'll wait here. Так, пулемет, тогда иди дальше. Do I look like the coyote? Еще там где-то высадились. Так, царапина. Кто там? Змея, по-моему. О, пристрели змею. Не зря настройку спуска выдал. Широкое подавление. Часовой. Зараза флангует. Сейчас прибудет помощь. Так, огнемет. Огнемет. Иди искать оставшегося выжившего. Fight fire with fire. Так, жалко, покричать нельзя. Ау, ты где, мать твою? Добегает прям самую малость. Двигаемся.
Частичка у самурая, кстати, есть. Направляюсь на точку. Так, не сработало. Какая оборона? Well, look like the coyote. Иду сюда. Часовому подавили. Но если он будет двигаться, мы ничего не сделаем. Самое главное, просто меткость ему понизили. Под подавлением. Where are your glasses, boy? Так, еще бежит, подбегают. Look alive! Incoming reinforcements! Давайте ищем оставшегося сопротивленца. Ты где же он? Черт его, папа подрал. Всех не подавишь, да? Тогда свет шумовая. А, попался? Зарезать или не зарезать его? Стоп-лоф, он где-то вот здесь, этот сопротивленец оставшийся. Его, конечно, могут флангануть, поэтому я не буду рисковать. Вас поближе побегу. Он еще. Они все прибывают. Привет. Ты что на открытой местности встал-то? Ну, змеюка. Попали в змеюку. Змеюка что-то задумала. Нам на это наплевать. Задумала. Все хотят убить новобранцев, не знаю почему. Так,
Ну, умри, короче. Не умер, вот зараза. О, теперь он добавляет выстрел пулей. Плюс 24. Может быть, не знаю, недавно обновление было на моды, может быть, все-таки пофиксили это дело. Или когда эта штука работает, когда солдат именно вне укрытия стоит. Но если так, то это очень тупо. Так, подавляем. Добиваем. Я уже думал, промазал 100%. Они это могут, если захотят. Так, давайте посмотрим, кто у нас тут есть. Так, блин, не знаю, где он, искать его. Может, он на крыше где-нибудь. Давайте глянем на крыше. Эвакуация через 3 хода. Так, давайте убьем змеюку. Что завелась у нас здесь. На, вот тебе. Так, можем фунгануть. Ага, попался. Уклонился. Да. Так. Двигай сюда. Этот подавлен. Так, кто у них подавлен? Ну-ка. Давайте стрельба на бегу. Выдвигаюсь. Так, и совершу мауху вон туда. Ну, теперь нашим самураям сейчас кого-нибудь зарежем. Кого лучше? Его. Он у нас не подавлен. Подавлен. Не оглушен. Вайпер, ракетчик. Еще бы подкрепление. Надо огнеметчика возвращать. Нахер этого сопротивленца одного единственного. Ради него я не хочу терять людей. К тому же, блин, поехал спасать какую-то ячейку незнакомой мне, а там они безликие оказались. Попали. Опять. Все адепты убить хотят. Нет! 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 Пожалуйста, нет! Ух.
Animals называется. Ой, и ты. И она получила. Пулеметчик меня прям так радует. Всех убивает. Вообще красавчик. Все, кто движется из-под его, так сказать, огня. Incoming reinforcements. Перезаряжаю. Так, все, огнеметчик, давай, возвращайся. Flame on. Другой стрелок его флангует. 86. Так, этот там посрался со страху. Взорвать никого не получится. Может, конечно, его взорвать. Так, а ты кого видишь? Часового? Его? Ну, ты всех видишь. Так, давай. Так, режем этого. Еще один готов. Так, прощай, змея. Ты нам будешь потом сменить катану. Так, даем приказ. Всех порежу. Всех порежу, твари, на ремни. Так. Ты лови гранату. Не убила. Ну, тоже неплохо, в принципе. Неплохо покоцала его. Так, ты давай дуй сюда. Так, у тебя безжалостность, дуй сюда. А ты у нас... оборону, да? Можешь дым бросить. О, точно, на дым на вот этих ребят. Я не хочу адепта потерять все-таки, так никак. Стороны. Сейчас самураи перебегут обратно. Ах ты зараза, блин, сейчас флангует. Пидор. Клонилась, молодец. О, загорелся. Мне что проще. Так, ракетчик, Overwatch. Got more incoming. Так, Михаил Красильников, паника снята. 83. 79 убьет. А ты? 89, 79 убивает его. Отлично.
не убьет, скорее всего. Так, Iron Kinner. Снимаем Overwatch. Fire in the hole! I can dig that. Так. Не хочу рисковать. Полезная, полезная штука, правда, жалко одноразовая. Так, ну, огнеметчик, беги сюда. Так, Миша. Миша, вали отсюда. Вали-ка ты отсюда. Уже выполняю. With pleasure, sir. Так, здесь. Подавление. Подавление, я сказал. Отступаем, все отступаем, все назад. Так, а вот тебя, ублюдок. Это дело чести, вот убить. Так, сгорел. Опять. Хоть бы лук бы с них падал. Задел. Так, будем надеяться, он промажет. Хотя... Нет, промазал. Почти убил его, блин. Эвакуация прибыла. Все, надо валить отсюда. Так, не убил сектоида он. Промазал. Нет, просто задел. Бегает Iron Kinner. Так, Миша, беги отсюда. Пора пробежаться. Надо устранить эту, эту пачку. Горите в аду. Raiders roll. You ain't feeling a thing. Готов.
забираем дрона. Валить отсюда и поскорее. Сходи, называется, помочь сопротивленцам каким-то. Казалось, ловушкой. Пришельцы коварные и опасны. Так, устраняем. А это последний? Да, больше никого нету. Давайте убьем уже его. Свободной совестью пойдем домой. Only a fool would stay. А, я все искал, так он здесь один всего лишь сопротивленец был. Мне написано, что эвакуирован один из одного. Он тут один был всего лишь. Ё-моё, я тут искал тут его, сидел. Да дальше-то ё... Блин, окружили сволочи. Надо ее вытащить как-нибудь. Как это, как лучше это сделать, даже не знаю. Копейщик. Чёртовы змеи. Как же ты так далеко, зараза? Давай сюда, тебя никто не видел. Так, так, Кинера. Эвакуируем, он еле дышит. I'll catch you. I'm going in. Так. Встает прям чуть-чуть. Давайте копейщика дезориентируем хотя бы, чтобы не добежал до нас. Так, отдыхай. Так, ну что, змеюка? О, еще змеи. Самурай для стрельбы не предназначен. Так. Да и похер, у нее аптечка. Так, копейщик тупит. Look alive! Incoming reinforcements! Постреляем напоследок. Фига, в 12% попало. Красавица ты моя. На, получай. Огонь. Все, валим отсюда. Operatives are secure. Firebrand is returning to base. Status confirmed. Mission accomplished. Охренеть! Я попал в засаду. Адвент хитер. Послал ложный сигнал бедствия, чтобы заманить меня. Я очень доволен новобранцем нашим, Салли. Просто, из него выйдет отличный специалист. Сейчас прям сразу же его сделаю.
Я думаю, сделаю из него тогда хакера, а из готовящегося сделаю медика. Из два медика еще одного специалиста мне нужно будет сделать. Не зря взял с собой двух самураев. Очень не зря. Опять Красильникова подстрелили. Жопа с ручкой. Тут вообще не получил. Итак, этот боец, у него очень хорошая меткость. Я думаю, что я сделаю из него автотурель. Поэтому качаем зону поражения. Айрон Киннер, конечно, хорошо так подстрелили, я вам скажу. Очень хорошо. Точно в цель. Джо Ферро. Получай лицом к лицу. Так, а стивенс-то сейчас мы повысим. Пони воли снижены. Так, Стивенсон, получай специалиста. С чем я тебя, собственно, и поздравляю. Выдам сейчас тебе оружие другое. Нет, не очень смотрится, да? Давайте, а что ты скажешь вот об этом? Маловато. Так, а если так? Нет, точно не то. Нет. О, отлично, пойдет. Лазерный прицел, глушитель. Нет. Так, где мы еще один самурай? А, вот он. Про лезвие, улучшенное зазубренное лезвие. Шанс крита. И тогда лучше надо вставлять. Кто у нас? Шанс крита, это вон, лучше вставлять этим. Как их зовут? Спецназовцам. Так, блин, Красильник. Красильник, чтоб тебя, блин. Я даже тебе здоровья дам. Побольше. Так, а ты получай внимательность. Очень порадовал меня. Очень, я прям очень тобой доволен. Не зря дал модифицированную настройку спуска. Так. Давайте сходим на еще одну миссию. Солдат без назначения ЦП. А, ну я понял. Как раз Джо Ферро, давайте, руки молнии. Партизанская школа. Кого еще тут можно обучать? Аню Страут? Нет. Так, новая цель. 6 дней разведанные. Уничтожить ретранслятор. Предотвратите утечку данных. Ага. Если мы это задание не выполним, если мы или мы провалим, будет утечка данных, и они узнают, где наше убежище на этом континенте. Я не могу этого допустить. 13, а я этого не допущу.
добавим мы спецназовца. Так, пулеметчика. Когда мы вскроемся, нам нужно будет продержаться до рейнджера. Чуть добавим как раз очкарика. Нового специалиста. 5 дней будет проникать. Ну что, нам, я думаю, нам хватит огневой мощи. Аня заминирует подходы как раз. Так. Так, очкарик, получай сразу. Бронебойные патроны. Так. Ты получай дымовую гранату. В принципе, мы готовы. Проверю еще раз. Поехали. Я вам не дам проникнуть. Джайвердиус, так. Уязвимый минимальный. О, можно начинать. Давайте сразу. Уничтожьте ретранслятор, помешайте военным разработкам. Кого мы туда еще раз послали? Непонятно. Ну и черт с ним. Давайте, уязвимый минимальный больше уже не проникнет. Нет смысла до 200% ждать. Он просто проникает. Вот. Минимальная активность, это значит, их там где-то 8-10 штук. Уязвимый, это тоже уже все, ниже некуда. Если эти параметры соблюдены, то дальше нет смысла ждать. Это очень пригодится при штурме регионального штаба Адвента. Если там, допустим, на 100% уже, по-моему, выше 100 нет смысла проникать. Транслятор. У нас снайпер есть, он его просто снял с дальнего расстояния. Долго же они проникали, если честно, туда. Очень долго. Вот. Так. В принципе, есть где развернуться. Так, где наш разведчик? Трущобы. Мы сейчас стену снесем. Я сейчас подойду, заложу С4, стену снесу. Сектоиды. 3 сектоида причем. Странно. Так давайте. А, здесь мост. О, отлично, как раз. Мост, и сразу же идет ретранслятор. Значит, на мост забираемся вот в уголочек. Так, посмотрим, идем. Я не посмотрел, сколько ходов до эвакуации. Ну ладно. Бегом! Move it! Бегу! Так, выходим. Моссексы, ну, в принципе, это логично. Мы же штурмуем заведение, связанное с их деятельностью. Так, вот тут... А, тут вышка. Значит, вот здесь придется забираться на мост. Так, ну-ка, давай сюда.
confirmed. On the move. Так, забираемся, смотрим. Слева были сектоиды, поэтому надо поаккуратнее быть. А, вот они. Go, go, go! Так, снайпер. Снайпера. Я уже там. Перемещаем. Ну, там вот я не вижу кто. Банши. Там и сидим. Все ходит. Вперед. Бегом! Так, ага, я видел там вайпер. О, какое здание неудобное, все перекрывает. Так, вот тут можно забраться. А, и вот здесь еще есть вход. Отлично. Так, двигай. Keep moving. Давай, пошел! Так, чисто, да? Посмотрим, хоть может машины есть внизу. Много зданий. Так, транслятор у нас соседний. В соседнем здании. Так. Посмотрим. Никого, да? Никого, это хорошо. Допустим, вот здесь посадить снайпера. Heading there now. Так, Мария, давай дуй сюда. Есть, выполняю. Дуй сюда. Снайпер. Дуй сюда. Координаты принял. Нашли кого-то. Стоит вон, но я их уже видел здесь. I'm all over it. Иду сюда. А, сюда идут сволочи. Снайпер еще не спали. Так. Ну, если снести вот эту стену, то, возможно, я увижу ретранслятор. Так, перемещаем пока всех сюда. Бегу. Так, изгой, иду сюда. Heading to that location. Пока мы здесь, они нас не увидят. Moving to position. Affirmative, moving out. Hostile forces spotted. Так, дрон, офицер. Получается, их уже... Вот, уже 8 человек. А еще, а Мосексы где? Так, эти уходят. Где Мосексы?
On your order. I am with glory to the firstborn. О, ну увидим отсюда. Ну, то есть общий вид будет вот с этой позиции. Сюда. We got an enemy squad here. Ага. А вот и Мосексы. Снайпер осал. Так, ну что ж. Для Мосексов у меня есть очень неприятный сюрприз. Расположиться. Ну, лучше, конечно, расположиться где-нибудь вот здесь, ждать эвакуацию на крыше. Так, дуй туда. Так, пулеметчик. Ну давай, вперед! Паладин. Ради дать, сэр. Так, Берта. Сюда. Вот, вот эти ящики можно заминировать. Так, да, сэр. Сюда. Так, Берта. Orders confirmed. Moving out. Там оставайся. Так, эти вообще уходят. Опять я тут что-то изображаю. Orders confirmed. Moving out. Metis 1-5. X-4 transponder detonator is armed and ready. Clear the area and take it down. Все, он его видит. Отлично. Так. Поняла вас. Move it, move, move it. Location confirmed. Готовимся. Так, стойчивая позиция. Так, ага, если что, пальнет. Все, мы готовы. Сейчас только изгой отведем. Хотя, может быть, подождать, пока они отсюда уйдут. Рейнджер, офицер, ганнер. Кто из них опасней? Опасно вот так вот взрывать, конечно. Я боюсь задеть как бы своего этого
изгоя. Ну так было бы, конечно, очень хорошо бы рвануть. Просто как бы не сдетонировал бы С4. Так, ладно, пусть тогда начнет снайпер. Огонь. Пять. Не кританул. Ну ладно. Так, изгоя нашли. За высокое укрытие. Подрывать пока не будем, потому что она никого не заденет. Лучше пусть они подойдут чуть поближе. Так, весельчак, Гектор весельчак. Взорвешь их? Или лучше этих? Так. Убираем дрона. Модифицированный прицел. Вступаем. Театр. Рейнджер. Уберем его. Объект уничтожен. Отлично. Снова задень. Что, ракету? Нет, ракету позже.
гранату. Отлично, еще броню разорвали. Горит ассаут. Так, вот. Этого-то я и ждал. Вот сейчас туда ракета и полетит. Что стал за дверью? Вроде за дверью, за стеной. Сейчас я ее подарую ее. Включаем сектоида с его зомби. Так, дезориентируй снайпер двух сектоидов. Далее. Так, огонь. Попали. 4. 4 урона. Так, перемещаемся. Огонь. 4 урона. Armor still holding. Надеюсь, он сгорит на следующем ходу. Так, а здесь давление на змею. Теперь не поднимется. Ой, твою мать, что я сделал?
Сейчас офицер свои шансы не упустит. Так, следующим ходом подожжем вайпера. Офицер. Промазал, отлично. Надо поджечь вайпера с сектоидом. Так, как же нам лучше сделать. Чай. Малый огнемет. Снайпер, попробуй его снять. Есть. Минус змея. Можно работать. Лунатик готов. А теперь в бой. Сейчас мы вас поджарим. О, хорошо поджарили. Ну что, Искон, у тебя надежда. Убей своего обидчика. Есть, отлично. You know that was good. This is it, right? Сколько с него упадок. Упало-то. Вообще, какой богатый оказался. Так, стреляй. Отлично. Так, дезориентация с одного снята. Он сейчас что-то будет делать. Второй горит. Мосекс горит. Сейчас будет тупить.
прибыть. Интересно, что будет делать этот сектоид. Решил возродить зомби. Ну, это твоя главная ошибка. Glory to the firstborn. Get your ass out of there. Так. Кидаем гранату. Хочу, знаешь, вот лично тебе, предателя, как ты, пристрелить. Фига ты что, из фильма «Параграф 78»? Пистолет в упор уклоняешься. Так. Огонь по сектоиду. Попал. Хорошо, попал. Так, а у них, кстати, лута нету. Давайте мы сейчас их взорвем. Grenade out! How that taste? Огонь. Транслятор уничтожен. Возвращаемся на базу. Gotta keep moving. А, чё, он не сдох? Всё. Спасение? Нифига себе. Так, а вот оставшийся сектоид, пожалуй. Внимание, они сдвигаются! Так, надо всех сюда подвести поближе. Точку. Already there. Буду на стороже. Я уже там. Так, эвакуируемся потихонечку. Горел на работе. Сектоиды наступают. Паника. Дело дрянь. Где мой изгой? Да, не сюда, паника не. На следующем ходу она спадет. Тут изгой. Берта, ты поджечь его можешь?
мне проблем больше не доставал. А где? I'm going. Хочу его одного там оставлять. На следующем ходу паника должна пройти. Зараза. Ну, в глухой обороне и за высоким укрытием. Так, паника снята. Go, go, go. Все, валим отсюда. We're done here. До свидания, придурки чертовы. All XCOM operatives are secure. Firebrand is returning to base. Status confirmed. Mission accomplished. Отлично. Одного ранили, банши ранили. Так, ну что ж, посмотрим, что это предотвратило. Может быть, на какое-то время Моссекса не будет появляться на заданиях. Отличились больше всего Банши и Эрик Фокс, иллюминатор. To see our troops finding success. 4 дня ранено. It's good for the entire crew's morale. Я там все еще царапнуло. Так, и оглушающий выстрел. Чаем. Сичак. Напалм Икс и большой бум. Критический урон. Напалм Икс. Ваш минут может дезориентировать врагов, вызывать их панику. Давайте большой бум возьмем. Здесь все просто. Контрольный выстрел. Выстрел из дугомета становится более точными. Прирожденный убийца. Режиме стрельба на бегу. Урон при критическом попадании вырастает на 50% до конца хода. Ну, у нас с огнеметом не так часто критует. Давайте такой разрядник возьмем. Так, Мария. Подрыв. Да. Дальнее наблюдение. Модифицированный прицел, два лазерных прицела, дополнительный конденсатор, два чипа Моссекса. А, ну это опять офицера. Новобранцы, неповрежденное строение, нифига себе. События. Скрытое событие.
посмотрим, что они там замышляют. Осведомители сопротивления. Пришельцы внедрили агента в сопротивление, что усложняет обнаружение ответных ударов. Непоколебимость, броню, защиту от взрывов. А активные события у меня здесь. Тактические улучшения. Беспокоящий огонь. Полночные рейнды, проводят репрессии среди новобранцев. Инстинкты охотника. Воздушные патрули. Интересно, они бесконечные или временные? Серию на этом мы сегодня закончим. Следующая серия нас ждет два проникновения. Вот, и сразу же, как только мы будем снова писать, полетим забирать наших новобранцев. Вот. Что ж, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, если до сих пор этого не сделали. Поставьте палец вверх, если вам понравилось видео. Палец вниз, если вам не понравилось. Я рад всегда любой оценке. Брэдфорд тоже одобряет. Всем, кому нравится, поставьте палец вверх, всем, кому нравится, когда я начинаю прощаться, всегда вмешивается Брэдфорд. Уже просто традиция в XCOM стала. Что ж, спасибо еще раз за просмотр, всем спасибо, всем пока и приятного аппетита.